Съемочная группа ТВ-СВУ приняла участие в одном из самых масштабных медийных проектов в Сибири в пресс-туре межрегионального медиаконкурса «Енисей.РФ-2013». По итогам путешествия студенты подготовили несколько репортажей. Представляем вам один из них – героиня Светлана Захарченко. В ее семье 5 приемных детей. О мечтах и реальности в следующем сюжете. Ане Шакировой 12 лет, и она скоро пойдет в 7 класс. 4 лет занимается акробатикой и легкой атлетикой, с детства любит рисовать, недавно освоила аккордеон. Я хотела стать актрисой, но если не получится, то я бы стала спортсменкой. Ане есть чем гордиться. Ее спортивные успехи сопровождает букет медалей. Аня – самая старшая дочь Светланы Захарченко. Всего в семье 5 детей, и все приемные. В свое время мама посвящает только им. Очень хорошо ощущается счастье, вот когда все вместе, все такие послушные, все такие улыбчивые. Ну, иногда у нас, конечно, бывают и скандалы, и между собой, и я ворчу на них. Ворчу же? Да. Самая мудрая по старшинству дочь желает маме оставаться такой же любящей и заботливой, какой она всегда была. Ну, чтобы она нас любила, и мы ее уважали, и чтобы мы делали добро, и она тем же самым отвечала нам. Наталья Кострыкина, Дмитрий Комаров, ТВ-СВУ, Минусинск.